Как досадно слышать от людей такие слова о том, что не нужно ходить в храм, и недоумение о том, что другие входят в храм, и слова о том, что ведь главное, что в сердце, и Богу можно помолиться на любом месте. Конечно, на любом. И у нас есть слова Христа, которые для нас сохранили евангелисты. Помним, Христос говорит: «Настало время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине». Конечно, Бог везде. И особенно с того момента, когда Бог стал человеком, это становится опытом людей, что Бог везде, и что Он везде нас может застать, и мы везде можем напроситься на встречу с Ним, не только в храме. Но все-таки, почему же все-таки Церковь призывает собираться нам все вместе, и вместе едиными устами, а не только закрывшись в своей комнате, призывать имя Божие? Это потому, что есть еще одно важное измерение. Дело ведь не только в том, что Бог присутствует везде, но дело еще и в том, что мы, люди, призваны самим Богом приходить к Нему не каждый сам по себе, а вместе, собираться вместе. Ведь мы знаем, чаяние еще начиная с ветхозаветных времен самого Бога и Его посланников, пророков. Мы знаем и Его слова о том, что Он пришел собрать расточенных, разрозненных, тех, которые, как заблудившиеся овцы без пастыря, каждый блуждает по своим путям, своим дорогам. И вот Господь пришел собрать нас всех вместе, чтобы мы перестали быть каждый в своей клете, затворившись эгоистами. Да, Бог везде. Мы Его можем призывать, конечно, везде. Но у человека есть большая проблема. Мы все потомки Адама. Рождаемся уже с порчей эгоизма, эгоцентризма, гордости. Все в этой жизни. Даже цивилизация и комфорт, которого все больше и больше у человека современного, все это подталкивает человека к тому, чтобы он замкнулся в своей клете и все делал сам, и даже молился Богу только сам. Конечно, это тоже надо. Конечно, очень важно каждому из нас иметь в течение дня или месяца или года возможность уединиться, стать отшельником хотя бы на минуту, на час, кому как позволяет его жизненный путь, для того, чтобы собраться с мыслями, для того, чтобы воззвать Богу из глубины своего одиночества. Но будем помнить, что Бог создал нас друг для друга. Плохо человеку быть одному. Эти слова звучат уже в самом начале сотворения человека. Плохо человеку быть одному. И об этом говорили и это понимали многие люди святые, общавшиеся с Богом. Вот Василий Великий в IV веке говорит о том, что человек есть животное, кроткое и общественное. Вот мы, люди общественные, и поэтому мы призваны к тому, чтобы преодолеть рамки своей замкнутости и своей самости. И вот поэтому мы приходим в храм, чтобы молиться соборно, молиться не только за себя, но и за других, молиться не только закрывшись от всех, от всяких шумов, но наоборот, вбирая в себя беды всего мира, стоя плечом к плечу рядом с другими людьми,
понимая, что мы отнюдь не лучше них, в конце концов, когда мы собираемся вместе и имеем общее общение с Богом, то и как-то выстраивается эта самая удивительная церковная иерархия. Если ты знаешь мало о Боге, твои незнания восполнят тех, кто знает. Если ты знаешь много, ты передашь кому-то. Если у тебя есть какие-то дары, ты их передашь тому, кто рядом с тобой молится. А если у тебя этих даров нету, то те, которые тоже молятся с тобой Богу едиными устами, единым сердцем, передадут нечто и тебе от своего. Одним словом, да, с этого момента, когда Бог стал человеком, на каждом месте мы поклоняемся в духе и истине. И не должны его, обязаны не забывать его никогда, ни на одно мгновение, а стараться дышать его именем. Но, тем не менее, несмотря на это присутствие, мы, повторяюсь, собираемся в храмы, обязательно по воскресеньям, обязательно по воскресеньям, именно для того, чтобы преодолевать рамки своей самости. Потому что плохо тебе одному спасаться. Что тебе в твоем совершенстве, в твоей медитации, в твоей сосредоточенности, если ты не видишь ближнего рядом с собой? Ведь Господь наш общий Отец, Он не только твой, это очень важно, что Он мой, твой Отец, но очень важно, что Он наш общий Отец. А всякому отцу радостно, когда его дети дружнее, когда они вместе приходят к родителям, в праздник, в тот день, когда Он сказал приходить нам. И вот поэтому, когда мы вместе собираемся, когда мы забываем о всех своих ссорах, о всем том, что расхищает нас и делает эгоистами, вот когда о всем этом мы забываем, собираемся вместе, чтобы стать лучше, и не каждый сам по себе лучше, а все вместе стремимся к Богу, вот тогда великая радость бывает на небесе о каждом грешнике кающемся, о каждом, кто думает не только о своем спасении, но болезнует о всех, и поэтому все вместе мы собираемся славя Бога. Ну вот, почему неправильно говорить, что главное, что в душе. Главное, что в душе, я вот, говорят люди, не хожу в храм, вот, но у меня Бог в душе, я молюсь, там, закрывая свою клеть, ведь Господь сказал, когда хочешь помолиться, зайди в клеть твою и затворись. Да, это так, но у нас есть еще очень серьезные проблемы антисоциальности, эгоизма, которые мы преодолеваем в совместной молитве. И вообще, конечно, надо еще сказать нечто про вот эти слова досадные. Отчасти в них есть доля правды, но они чаще досадные. Слова о том, что главное то, что в душе. Поэтому внешне говорят люди, я никак свою веру не показываю, главное, что в душе говорится. Но, простите, вот давайте вообразим такую ситуацию. Муж дарит своей молодой жене цветы очень часто, а может даже каждый день. Но проходит 5 лет, 10 лет, сколько-то проходит, и жена ему однажды говорит: послушай, вот почему ты мне цветы не даришь? Уже столько праздников прошло наших, а ты мне перестал дарить цветы. А он ей отвечает: ведь, ну ты знаешь же, я тебя люблю, и главное, что в душе. Но печально, мы ведь знаем, мы ведь понимаем в этой ситуации, что и внутри тебя, который перестал дарить жене цветы, уже что-то охладило, что-то ослабло, а то исчезло, ибо ты не трудился, не возделал это. Так вот, каков смысл всего этого? А смысл в том, что у человека, если есть что-то внутри, оно обязательно выходит наружу и проявляет себя в добрых делах, в исполнении заповедей и в каких-то еще, это очень важно, тоже ритуальных, обрядовых действиях. Человек
в человеке человеческое еще и то, что человек вокруг себя, в своих делах, в своей жизни творит символы, распространяет знаки, везде ставит знаки своего внутреннего мира, внутреннего состояния. Все это избыточно. Избыточно, казалось бы, ходить в храм, перекреститься перед иконами, выделять время для молитвы, дарить жене цветы, в конце концов. Главное, что внутри. Но в том-то и дело, что человек целен. Не только внутренний наш человек имеет некое чувство к Богу, но это внутреннее чувство, охватывая всего человека, проявляется на уровне воли в добрых делах, в стремлении их делать. Проявляется в его поступках, в его движениях, в его ритме жизни, в тех вещах, которые он себя окружает. Потому что человек целен, и все доброе внутри обязательно найдет выход, повторюсь, в добрых делах и в знамениях, которые творит человек, ходя в церковь, окружая себя иконами и делая добрые дела, говоря добрые слова всем ближним. Поэтому, конечно, все эти слова о том, что главное, что внутри, должны быть подкреплены великими делами. И когда мы это делаем, Господь, зная то, что у нас внутри, радуется и тому, что мы спасаем не только души свои, но спасаем и свои тела, и спасаем тех, кто рядом с нами, не только внутренним, но и внешним благочестием, подражая друг другу и побуждая других побуждать нашим добрым делам, если таковые у нас есть.